Театральная Москва знает вас не только как талантливого актера, но и как уникального режиссера. Но это театральная Москва. У нас большая страна, где более сотни миллионов человек. Не все ходят в театр, но все смотрят телевизор и слушают популярную музыку. Поэтому для многих вы тот самый солист популярной музыкальной группы, который куда-то пропал. Мы поговорим подробно о том, как вы жили и в какой точке вы находитесь сейчас. Давайте сразу для большой аудитории скажем, куда пропал Дмитрий Бикбаев и что произошло за 13 лет после окончания работы в вашей группе «Бис». Идешь ты, например, по Нью-Йорку, и останавливается такси, оттуда русский голос кричит: «Ребята, ребята, я сегодня иду на ваш концерт!» Конечно, это был период медийной, наибольшей такой узнаваемости, но театр всегда был на первом месте для меня. И, конечно, вот этот вот поход за медийной составляющей своей карьеры, он был у меня осознанный, я понимал, на что я иду, причем я достаточно осмысленно пожертвовал актерской карьерой, в том смысле, что так как никогда не было желания все-таки быть исполнителем на сцене, а быть автором, но я понимал, что для того, чтобы получить вот эти ресурсы к воплощению своих идей, замыслов, нужно обладать высокой удельной стоимостью, в том числе медийной. Поэтому пошел и на «Фабрику звезд», там занесло в шоу-бизнес. Я даже не планировал, что что-то сложится. Но дальше какая-то такая теплая атмосфера внутри коллектива на первых порах, в дуэте, в котором мы выступали вместе с моим коллегой, музыкантом Владом Соколовским. Потом, конечно, эта атмосфера, она немножечко изменилась, трансформировалась. Влад всегда хотел быть на сцене, я хотел заниматься театром. И, конечно, пути творческие разошлись. Пропал, не пропал, слушайте, все поменялось. Когда-то, да, в телевизоре, если ты есть в телевизоре вообще, а я был в телевизоре достаточно много, тебя, конечно, узнавали, принимали, понимали, так сказать, все ясно. Сейчас источников получения информации масса. Я тут занимаюсь организацией одного крупного события для молодежи в Москве, работая плотно с Департаментом культуры города Москвы, должен был подобрать артистов, которые бы пели для молодежи, для детей, для детских аудиторий. Я говорю: коллеги, давайте мы пойдем от обратного, не то, что нам кажется, давайте спросим непосредственно у детей. И мне сделали такую подборку, что хотят слушать дети на этом концерте. Я в этот момент понял, что дети я бесконечно... Школьники. Школьники, да, школьники, ну, там, сказать, среднеспециальное образование. Я понял, что я бесконечно где-то уже нахожусь в серьезном прошлом, потому что у детей есть свои герои, о которых мы ничего не знаем, их не показывают по телевизору. Вся, собственно, аудитория зрителей, она жестко сегментирована. Они все сидят в своих ячейках, у них свои герои, свои любимцы, они собирают свои концерты. Сейчас уже, наверное, невозможно так, что ты идешь по улице, и тебя узнает и бабушка, и ребенок, и служащий, и военнослужащий. Все. Сейчас таких звезд-то очень мало. По сути, да, там раз в 2-3 года такие артисты появляются, и то, так сказать, они, и даже, может быть, они будут уже не для всех узнаваемыми. А куда я пропал из телевизора? Ну, мне кажется, телевизор пропал сам по себе, как источник единого информационного потока. А я-то занимаюсь своим любимым делом. Это немножко такое, знаете, рудимент восприятия артиста, когда вот есть даже ощущение, раз не показывают по телевизору, значит, пропал. Важно, наверное, то, сколько у человека есть самореализации и насколько он востребован как профессионал в той сфере, которую он для себя избрал как основную сферу своей деятельности. А здесь, мне кажется, я еще в начале пути, я только начинаю. Какие-то серьезные спектакли, какие-то уважаемые гости приходят на этот спектакль, говорят ободряющие слова. Для меня это очень важно. С точки зрения режиссуры я просто еще не родился, по-хорошему-то. Несмотря на то, что у меня там больше 50 постановок, тут недавно считали, нужно было срочно дать объективку на меня для уважаемых руководителей. Начали считать, действительно, больше 50 театральных постановок у меня за плечами. Но из них какого-то особенного спектакля пока я не могу выделить. Я пока только набираю. И сейчас еще пойду учиться. Несмотря на то, что у меня уже 3 образования профильных, высших, я все равно пойду учиться режиссуре. Надеюсь, что мастер, к которому я подал заявку,
примет меня к себе в подмастерье. О ком идет речь? Может быть, давайте я поступлю для начала, чтобы не скомпрометировать ни себя, ни его. Я, ну, чего с другой стороны скрывать? Григорий Заславский в ГИТИСе объявил набор на курс Константина Богомолова. Это, скажем так, для тех, у кого есть базовое творческое образование, это уже режиссерское, там сказать, повышение квалификации до режиссерского уже такого профессионального уровня. Я решил, что для меня Константин Богомолов — это интересный режиссер, не все его спектакли мне нравятся. Может быть, сейчас, учитывая, что я пытаюсь стать его студентом, не стоит об этом говорить, но не все спектакли вызывают у меня отклик. Это вообще очень забавная ситуация. Я выпускал проект очень серьезный, большой, в прямом эфире, кстати сказать, с миллионными просмотрами. То есть даже спектакли я выпускаю такие, что их можно посмотреть из любой точки мира, в принципе, без каких бы то ни было ограничений. И Константин и Григорий, они были вместе со мной на сцене, мы поздравляли победителей, и после этого они посмотрели спектакль, который я поставил. И потом объявили об этом наборе, и я подумал, что это некий знак, потому что они достаточно позитивно восприняли то, что увидели на сцене. Понятно, что это был не в полную мощь там, драматический спектакль, это был специальный проект, созданный в узких рамках, но отметили, что это было, ну, очень, так сказать, со вкусом сделано. А как отмечал Римас Владимирович Туминас, для режиссера вкус — это уже 50% успеха. И если в том проекте у меня получилось, надеюсь, что они примут это во внимание, и я попаду в ГИТИС уже за четвертой корочкой. Сейчас очень модное такое слово — триггер. При фразе «Катя, возьми телефон», какой у вас триггер срабатывает? Самые, что ни на есть, позитивные. Слушайте, тут уже на спектакле ко мне приходят люди, достаточно взросло выглядящие, и произносят те самые слова, о которых раньше могли слышать только у мастеров сцены. «Я выросла на ваших песнях, Дмитрий!» Приходят с детьми ко мне на постановки и тоже говорят о том, что это песня. И вообще этот период, когда я много работал как артист-исполнитель, ассоциируется с лучшими воспоминаниями детства, молодости, юности. И это не может вызывать негативного отклика. Те проекты, которые я делаю, это же не только театральные проекты, это и медиапроекты. И вот эта возможность побывать и в кадре, причем на самом ярком на тот момент телевизионном музыкальном проекте страны, побывать за кулисами, ощутить на себе работу профессионалов высочайшего уровня, конечно, это все стало базисом моей профессиональной личности. И сейчас, создавая проекты, реализовывая проекты, в том числе музыкальные, в том числе в прямом эфире, тоже с миллионными просмотрами, но это уже мои участники, мои дети, которыми я горжусь, для которых я подбираю репертуар и образ, я, конечно же, понимаю, что если бы не тот период, у меня бы не было возможности сейчас так быстро, так точно делать те проекты, которые я реализую. Причем реализую их с достаточно таким большим темпом, скажем так. Это все опыт. И какой бы он ни был, его нужно принять и с благодарностью к судьбе идти дальше. Безусловно, нельзя его принимать слепо. Ты, конечно, должен всегда осмыслять те процессы, которые происходили с тобой в жизни. Где ты был неправ, где по отношению к тебе что-то было не справедливо, но все-таки с благодарностью и двигаться дальше. Катя, возьми телефон. Ну что в этом может быть плохого? Конечно, там есть режиссерские ошибки с точки зрения создания визуального дополнения этой песни. Конечно, там есть, как мне кажется, маркетинговые просчеты со стороны продюсеров, которые рассчитывали на один отклик, а получили совершенно другой, потому что не учли элементарно культурное многообразие нашей страны. И что образ, там, скажем, двух андрогинных мальчиков не может привлечь внимание большей части
население нашей Родины только лишь потому, что есть многоконфессиональность, которая не принимает такого позиционирования по отношению к представителям мужского пола. Но мы были тогда исполнители, мы честно служили этому делу, сказать, старшие говорят, так надо, мы с Владом исполняли задачи, которые перед нами ставили наши руководители, но получили тот отклик, который получили. Но сейчас-то я это понимаю. Я могу разложить и песню по крупицам, по атомам, и клип по атомам. И это хорошо, потому что, например, по отношению к своим участникам, к своим подопечным, потому что если ребенок пришел ко мне, неважно, артист тоже становится в какой-то момент ребенком, сколько бы мне было лет, я уже с ним никогда так опрометчиво не поступлю. Откуда этот вывод во мне? Почему, уходя с моего проекта, у детей, у участников идет рост? Ну, потому что я с ними так уже никогда не поступлю. Они никогда не будут для меня ресурсом. Почему? Потому что я сам был ресурсом. Как я могу допустить это в дальнейшем, в будущем этих людей, в карьерах этих людей? Нет, конечно. Поэтому все опыт и все с благодарностью. В вашем телефоне есть номер Влада Соколовского? Конечно, я обожаю Влада. У нас был период, когда мы с ним достаточно долго не общались. Это было связано с серьезной творческой конкуренцией. Все-таки творческой, акцентирую на этом внимание. Но в момент, когда я понял, что все мои мечты, которые были связаны с карьерой музыканта, исполнены, и сейчас остались мечты, исключительно связанные с театральным делом. Я отказался от карьеры исполнителя, даже как драматического актера, полностью уйдя со сцены, сконцентрировавшись на управлении, сконцентрировавшись на продюсировании и, конечно, на создании спектаклей как автор и режиссер. Я позвонил его отцу, потому что я знаю, насколько много он для него значит. Мы придумали некий план, как встретиться с Владом, чтобы все прошло максимально позитивно. Все так и прошло, Влада подготовили, да и я был готов. И как выяснилось, да, никакого такого фундаментального противоречия между нами в человеческом плане нет и никогда не было. Но мы действительно значимую часть нашей молодости были друг с другом. Мы были вместе. Это прекрасные воспоминания, никаких обид. Можно ли сказать, что сейчас мы близки как люди? Ну, конечно, нет. Ну, скажите, у него своя жизнь, у него свои приоритеты, у меня свои приоритеты и своя жизнь. Но могу ли я заключить, что если он в любой момент обратится ко мне за поддержкой и помощью, я ему точно не откажу? Да, так и будет. Потому что он навсегда останется для меня одним из самых близких людей в моей жизни. А в вашем телефоне вообще много номеров тех людей, которым вы можете позвонить, вот если вдруг что-то случилось? Вы знаете, в моей жизни было достаточное количество испытаний, когда мне очень нужна была помощь и поддержка. И далеко не всегда те люди, даже которые имели возможность, эту поддержку оказывали. Почему? Бог им судья. Я стараюсь всем помогать и никому не отказывать, только лишь потому, что я сам был на месте, когда нуждался в помощи, а этой помощи мне оказано не было. Я стараюсь никого ни о чем не просить. И это моя жизненная позиция. Все, что я достигаю в своей жизни, я достигаю не только лишь, конечно, потому что я этого хочу, я к этому иду, и я себя ни в коем случае не щажу. Это же важно, я испепеляю себя для того, чтобы достигать цели. Конечно, есть наставники, конечно, есть те люди, на кого я равняюсь. Но буду ли я у них что-то просить? Скорее всего, нет. И все те большие люди, с которыми у меня есть шанс общаться, работать, взаимодействовать, они все это подтвердят. Я никогда не прошу. Я жду, когда мне предложат. В работе вы больше одиночка или человек команды? Очень долгое время я был человеком-одиночкой. Я считал, что прежде всего свой характер надо закалять трудом и невероятной включенностью во все процессы. Но пришла та пора, когда нужно было вырасти из штанишек исполнителя, а стать все-таки руководителем. А если ты хочешь расти именно как руководитель, человек, который в состоянии обеспечивать большое количество различных процессов, ты обязан научиться делегировать значимую часть своих функций и полномочий.
Не будет роста у тебя и у твоих проектов, если ты будешь все время заниматься исполнительскими задачами. Ты должен в какой-то момент думать наперед, на стратегию, на развитие своей организации. И здесь, конечно, возникает команда. Команда — это те люди, которые растут вместе с тобой, которых ты должен все-таки за ручку вести и растить ровно под те задачи, куда ты движешься. Ты должен их мотивировать, беречь. И тогда, да, будет рост. Тот проект, которым я сейчас занимаюсь, открытое театральное пространство арт-платформы, демонстрирует не только экономический успех и рост, он еще и, там сказать, действительно обретает некое, что меня очень радует, влияние внутри отрасли. А это серьезная штука, знаете, театралов удивить и привлечь их внимание не так-то просто. Они достаточно такие люди, придерживающиеся, сказать, устойчивого восприятия действительности. Как вот они привыкли, вот так и есть. И чем-то новым их можно только раззадорить, но не более того. А мы растем. Но растем мы ровно потому, что я понял, что рядом со мной есть люди, для которых это тоже важно, чтобы мы росли. И эту команду я собирал. Результатами работы этой команды я горжусь, и я об этом заявляю. Если раньше все время звучала только моя фамилия, теперь мне очень важно, чтобы эти люди находились в коммуникации с другими нашими партнерами, чтобы их фамилия росла вместе с брендом нашей организации. Пусть они тоже будут большими людьми, которые состоялись в отрасли. Для меня это важно. И тогда и я буду еще больше, потому что мы вместе работаем в одной организации. Для творческого человека важной составляющей работы есть не только какие-то шаги вперед, вверх, но и энергетическая составляющая. Говорят, что артисты, которые получили вот этот укол огромной энергетики, выступая на стадионах, на больших сценах, на огромных площадках, потом, когда сокращают свою аудиторию до театральной, например, более камерной, да, потому что, ну, на стадионах спектакли не показывают. Вот этот укол не стал для вас зависимостью? Сейчас, когда ваш зритель в меньшем пространстве существует, и вы существуете немножко в другом кругу, не возникает ли у вас дефицит вот этой энергетики? То, смотрите, ломка не возникает? Спасибо вам за этот вопрос, потому что тут нужно внимательно посмотреть на целеполагание. Да? Если бы я шел в публичку, скажем так, за тем, чтобы реализовать себя как артист, я бы, наверное, сейчас испытывал некий дискомфорт. Я с детства мечтал быть режиссером даже неосознанно. Стать режиссером достаточно непростая задача, признанным режиссером. Потому что, будучи, например, любым автором, ты можешь по многим позициям запечатлеть результат своего творчества, и даже если тебя не признали сейчас, потом будет миг, когда тебя признают следующее поколение публики. Театральным делом так нельзя. У меня время есть только здесь и сейчас. И я сконцентрирован на этом. И все те шаги, которые были у меня до этого, они были для меня лишь средством достижения главной мечты, главной цели. У меня было много мечт. И это прекрасно, мне кажется, что большая часть из них реализована. У меня была мечта спеть в Олимпийском. Я спел. У меня была мечта, чтобы толпа, стадион скандировал мои песни, которые я написал. И вот как раз когда я это ощутил, тогда я со спокойной совестью ушел со сцены. Что касается драматического исполнительского дела, да, когда я был актером, у меня тоже были определенные мечты, и я тоже их достиг. Я хотел играть Дориана Грея, я хотел, чтобы в театре героев и героинь я со своим ростом, не очень уж там удачным лицом, все-таки исполнял заглавную роль, да, вот по имени Дориан Грей, в роли Дориана Грея я. Я играл 10 лет этот спектакль при переаншлагах. То есть люди стоя смотрели этот спектакль. Я этого достиг. Потом я ушел, сам ушел на пике. По-моему, спектакль до сих пор идет. Меня, конечно, просят вернуться периодически. Уходя там какое-то количество лет назад, я действительно считаю, что вот это было абсолютно осознанно и правильно. Изначально мечта была стать автором, которого зритель может чувствовать. Но не может актер
достигнуть этой цели. Никакой певец не может, наверное, достигнуть этой цели. Хотя, может быть, какой-то и может. Но у меня нет таланта композитора и такого действительно большого исполнителя. Я же тоже это понимаю. Ну, скажите, пусть на этом месте стоят те люди, которые для этого рождены. А я очень надеюсь, что я все-таки рожден для того, чтобы спектаклями, этими объемными, сложными образами, уничтожая мир, который я вижу, собирая новый какой-то мир, создавать его на сцене, наполнять его чувствами, чтобы зритель, декодируя эти образы, трансформировал свою реальную жизнь. Вот какая задача. И она всегда передо мной была. И я к этому шел и иду, еще раз говорю, я никаким результатом внутри своей головы здесь не достиг. То есть если мой олимпийский был уже давно, книгу хотел написать, написал, в главной роли в кино хотел сняться, снялся, альбом написать, написал, да, но здесь я в процессе. И я пока не могу сказать, что я режиссер признанный, который действительно мастер сцены, который в состоянии, так сказать, находить вот эту незримую связь с публикой, просто не думая, так сказать, и 100% всегда. Я в процессе. И это мне интересно. И к этому я шел. И пока еще иду. И надеюсь, что все-таки театр — это тот вид искусства, в котором я чувствовал бесконечность, как только в него попал. И пока еще ее чувствую, и она нисколько не уменьшается. Я хочу быть в театре, я хочу жить в театре. Я не могу дышать без театра, потому что театр — это мой кислород, которым я живу. Жертвуя при этом, кстати сказать, личной жизнью полностью. То есть я действительно служу театральному делу в самом объемном понимании этого слова. Однажды я брала интервью у вашего коллеги Дмитрия Бертмана, руководителя Московского музыкального театра «Геликон-опера». И он сказал мне о том, что сцене обязательно нужно приносить жертву. Хочешь ты этого или нет, у каждого жертва своя, но у всех она есть. Вы сказали, что в том числе и личной жизнью вы жертвуете. Стоит оно того? Такой классический вопрос, да, когда мы знаем очень много историй из жизни великих, из жизни обычных людей, которые отдавали что-то в жертву личное во имя искусства, во имя каких-то высоких целей, и подводя какие-то итоги в зрелом возрасте, не каждый из них утвердительно отвечал на вопрос, стоило ли оно того. Здесь не существует золотого сечения. Как оно надо? Да, и вот у нас кругом гармония. Нет такого, вот в этом смысле нет. Это все равно, что спросить человека, оглянись на ту жизнь, которую ты прожил, все ли в ней так, как ты там хотел, замышлял, планировал, никто не скажет. Вот, да, сказать, какого-то здесь идеального конструктива не существует. Каждый принимает решение самостоятельно. Он с добром или злом. Считается ли он успешным, как он это определяет, или неуспешным. Это настолько сфера частных, более того, нематериальных, неописуемых вещей, которые можно только почувствовать, определить внутри себя, внутри своей души, что искать здесь идеальное правило просто невозможно и не нужно ни в коем случае. Если я сейчас наполнен и мне дает энергию для жизни, служения, сцене, создания спектаклей, счастье от пребывания в зале, который смотрит твой спектакль, и это дает мне неописуемое счастье, неописуемое, ничто больше в жизни не приносит. Ну, конечно, я этим занимаюсь. Только этим. У меня аж мурашки пошли, потому что я вспомнил этот момент, действительно, когда вот случается этот контакт зрительного зала и артистов на сцене. А я становлюсь режиссером, сторонним наблюдателем, и я чувствую это счастье. Да, если мне для этого сейчас так сложились обстоятельства, нужно пожертвовать значимой частью своего личного времени, которое можно потратить на построение семьи, на отдых, в конце-то концов, да, и много еще на что, да, это мой выбор. Как можно себя осуждать за ошибки? Это глупость. Даже если это будет ошибка, я потом так решу. Но все-таки я с благодарностью к прошлому, мы с вами эту тему обсуждали. Пойду дальше, пойду дальше. Советовать здесь бессмысленно. Каждый пусть решает сам. Потому что
то, как складывается твоя жизнь, в каком она состоянии, это мера твоей личной ответственности. Никто не виноват. Тебя могут наставить, да, ну, какие-то примеры, это могут быть учителя, это могут быть люди, которые написали произведение, ты его прочитал или посмотрел и переосмыслил свою жизнь. Но решение принимать должен ты сам. Не кто-то, а ты сам. И поэтому, если кто-то считает, что жизнь сложилась не так, как она должна была, не знаю, мне кажется, не совсем точно так к жизни относиться. Сложилось так, как сложилось, и спасибо ей за это большое. Для меня это уже реквизит театральный, скажу я вам, потому что в одном из моих спектаклей, который называется «Куда смотрит прокурор» по одноименному произведению Александра Звягинцева, это буквально предмет, с которым работает актер, который мы используем и как пишущую машинку, и как что-то более многозначительное. Когда-то это была неотъемлемая часть работы всех прокуроров, потому что они писали, поэтому понятно, что мы уделили внимание и этому тоже. Но так как это комедия, как мы только эту машинку не разворачивали. И сейчас она для меня прям устойчиво ассоциируется с образами из этого спектакля. И прям вот представляю уже нашего прекрасного молодого артиста Глеба Бочкова, который на ней сидит и пишет какой-то вот протокол, необходимый для сюжета спектакля. Самое смешное, что для меня она тоже ассоциируется с прокуратурой. Почему? Потому что по первому образованию я юрист. И начинала я свою практику именно в прокуратуре. Я рассказывала ребятам, когда они увидели, что я ловко достаточно с ней управляюсь, они говорят, что умеешь печатать? Я говорю, когда не было компьютеров, я печатала протоколы осмотра места происшествия на этой машинке. И в чем была ее сложность? Потому что сейчас мы ошибаемся и можем подтереть что-то на компьютере. А в документах нельзя было делать опечаток. И вот я сидела час, печатала так достаточно размашисто. Если я делала хоть одну опечатку, приходилось доставать эти листики, вставлять заново и печатать. Поэтому, конечно, все люди, которые работали с этим предметом, для которых это было неотъемлемой частью профессии, конечно, это очень грамотные люди, люди, которые не могут себе позволить ни малейшей ошибки ни в тексте, ни в грамматике, ни в изложении мысли, ну и, конечно, никаких запятых там тоже. Хотя вот как раз, по-моему, со знаками препинания было попроще, потому что можно было немножечко подтереть, но уж если слово ты написал не так, то уж тут ничего не сделаешь. Помимо того, что вы сами учитесь постоянно, и образование для вас важная составляющая, вы еще являетесь наставниками для других, менее опытных. В Театре Луны вы возглавляли в том числе направление, да, работали с детьми. Сейчас на арт-платформе вы тоже работаете со школьниками, помогаете им реализоваться, почувствовать себя артистами. Работа с детьми — это некоторая компенсация отсутствия их в личной жизни, или это возможность на том этапе, которого вы достигли, поделиться с теми, кто еще до этого момента не дошел? Что это для вас? Ну, тут вы, конечно, зрите в корень, и к этой мысли я пришел. То есть я действительно очень серьезно, ответственно и с большой-большой любовью подхожу к работе с детскими аудиториями в наших проектах. Почему? Потому что, ну, действительно, мне пока эту любовь подарить некому с точки зрения там своих детей. Хочется ли выстроить уже какую-то семью? Конечно, очень хочется уже. Надеюсь, что где-то сейчас что-то замаячит, и я в этом смысле тоже буду реализован, потому что это тоже важно. Наставничество для меня — это обязательный пункт занятия театром. Объясню. Я очень долго не мог найти смысл жизни. Ну вот в таком, да, молодежном восприятии этого слова. Ради чего я живу? И в один из моментов я попал на дипломный спектакль студентов школы-студии МХАТ. Еще не выпускников, но уже дипломный их спектакль. Там было двое ребят, которых я когда-то нашел на кастинге, и с обоими имел возможность, счастье заниматься,
кого-то силой выводить на сцену, брать в руки гитару и учить играть на этой гитаре и заставлять быть артистом. Человек упирался, говорил, нет-нет-нет, я не буду кривляться на сцене. Сейчас, кстати, играет в МХТ имени Чехова, в том числе в ведущих ролях. Так, да? И когда я был на их дипломном спектакле, я, увидя их, прослезился. Ладно, что ж там, все свои, заплакал. И внутри меня появился какой-то такой свет, и я понял, я ради этого живу. Потому что меня, например, не приняли даже на первый тур. Мы тут не так давно делали юбилей школы-студии, и когда Игорь Яковлевич Золотовицкий сказал, Дим, ну ты нам теперь всем скажи, а там, понимаем, да, Брусникина, значит, Писарев, Рыжаков, все уважаемые люди. Я говорю, вы знаете, меня не приняли. И тут Игорь Яковлевич говорит, слава богу! Такого замечательного управленца могла страна потерять. А, сказать, в виде артиста бы был. Ну вот осознание того, что те, кому я передал знания, достигли большего, чем я, в какой-то степени. И без меня бы, может быть, вообще бы что-то пошло не так в их судьбе и жизни. Подарило мне осознание, что я живу на этой земле не просто так. И это осознание меня с того момента не покидает. Я думаю, что все-таки наставничество — это неотъемлемая часть любой режиссерской работы. Потому что в тот момент, когда к тебе приходят актеры, и вы с ними должны создать общее высказывание, ты в любом случае становишься человеком, который ведет всех за своей мыслью, за своим желанием что-то сказать этому миру. И ты, конечно, должен это объяснить и научить это ретранслировать для публики. И это, конечно, задача сложная. Ее может сделать только в той или иной степени учитель. И даже большие мастера, начиная работу с очень большими артистами, я имею в виду режиссеров, вынуждены их учить заново быть артистами. Вынуждены им напоминать азы актерской профессии. Все почему? Потому что это его авторское высказывание. И чтобы его донести потом до публики, артист должен стать средством, а этому надо научить. Мне кажется, секрет вашего успеха — уметь отказаться от одного для того, чтобы приступить к следующему. Когда я уходила, допустим, из проектов на радио, на телевидении, как журналист, в свой адрес я всегда недоумение такое видела. Ну как же можно отказаться? Я тоже считаю, что отказавшись от одного, нужно делать следующий шаг, если ты человек не поверхностный, а глубокий, хочешь серьезно чем-то заниматься. Вы точно так же отказывались и от большой сцены, и от каких-то ролей, о которых кто-то мечтает для того, чтобы идти. И в качестве компенсации вам приходит то, о чем другие только мечтают. Например, многие наши артисты, да что там говорить, каждый, наверное, артист хотел бы сыграть в голливудском кино. Да. У вас это произошло? Что это за история, как вы туда попали? Сначала первый фильм совместного производства «Россия-Америка». У меня была незначительная роль, назывался он «Черная роза». Там, так сказать, было все достаточно легко, потому что буквально одна сцена, две сцены. В одной я лежу трупом, это легко мне далось, да? Во второй сцене я буквально там несколько реплик бросаю узнаваемым голливудским артистам. А вторая роль была... Вы туда на кастинг пришли? Меня пригласили, да. Меня пригласили, потому что, ну, на тот момент я и на телевидении много мелькал, и сериалы какие-то шли со мной бесконечные на различных федеральных каналах. Ну, в общем, как-то вот случился какой-то контакт, а почему вам не попробовать, а давайте попробуем, сказать, то ли их зацепило мое лицо, я уже не помню. То есть как будто бы не славянская внешность их зацепила. Ну, типаж подошел. Типаж, да, ну, назовем так, типаж. Второй фильм, это как раз съемки были с Марком Дакаскосом, где он был режиссером и автором сценария, по-моему, не буду сейчас уже, не помню деталей, там была роль, конечно, большая. Я извел и себя, и всех, я пытался ее освоить на английском языке так, чтобы это было убедительно. Конечно же, это не получилось, меня решено было переозвучивать, но лишь бы сказал. Вот на уровне лишь бы сказал, я текст освоил, и у нас были съемки. Они были и в Москве, и в Лос-Анджелесе на Парамаунте. Я, конечно, удивлен был тем, что такое американское кинопроизводство. Я многому там научился именно с точки зрения того, как организован творческий процесс. Это очень серьезное, очень
детализированная механистическая работа. То есть у нас, особенно после наших сериалов, слушайте, один дубль текст поучим, другой дубль так, попробуем сяк, попробуем, а потом когда-нибудь снимем. Там первый дубль я не забуду никогда, потому что я должен был войти в кадр, встать на конкретную точку или сесть. Я сейчас тоже уже не сильно помню, но я помню ужас свой, потому что я сел и чуть-чуть сел не так, как мне показали. Страшный крик. Стоп! Какая-то ругань. Мне стало действительно не по себе, потому что, в принципе, да, они готовили кадр. До этого другой человек садился всегда туда. Все работают, мальчик. Секунду. Ну-ка, сядь в точку. А я понимаю, что это к нашему кинопроизводству имеет малое отношение, потому что наши артисты, даже самые великие, они могут сесть как им удобно, и никто им, так сказать, словом особо-то не скажет. Здесь все совершенно по-другому. В точку сел. И далее напротив меня оказались глаза голливудского актера, который в момент просто как по щелчку, в чумовой наполненности начал со мной взаимодействовать. Мы буквально вцепились. Он вцепился в меня взглядом. Я, если честно, сказал, I'm sorry, секунду, так сказать. Он сразу играет. Ой-ой-ой, это серьезно. Ребят, у нас первый дубль спокойный, второй текст проговори. Там, потом будет актерский, вот там сыграем, да, где-то к пятому дублю разойдемся. А тут сразу и такая включенность. Как выяснилось, в Голливуде принято так. Ты берешь сценарий и идешь к коучу. Там с тобой все отрепетировали, а здесь ты пришел на площадку. Давай, шараш. Тут я, конечно, был потрясен. Я, конечно, что смог, сделал. Но вот это буквально несколько примеров. Там много чего есть, когда действительно это работает как часы. И я много перенял. Многое. И в своих проектах стараюсь добиваться тоже такого же отношения всех к труду каждого. Потому что не может быть такого, чтобы пока творец творит, да, занимается своим делом, при всем уважении к его процессу, там, ребята будут ждать, таскать, потеть, пока из кого-то что-то там рождается. Это неуважение. Подготовься дома, придумай по возможности. Либо это другой этап должен быть, когда ты в состоянии сам с собой или с кем тебе нужно заниматься этими поисками. Но если уж ты вышел в определенную стадию проекта, ты должен нести ответственность перед другими людьми. И вот это главное, чему я научился в Голливуде. И я стараюсь в своих проектах делать именно так. Потому что должно быть потрясающее взаимоуважение друг к другу и, конечно же, к профессии, к которой ты, как тебе кажется, имеешь отношение. Желание и возможности продолжить карьеру в этом направлении у вас были? Ну, второй фильм мы, кстати, так и не сняли, потому что случился 2014 год, и все совместные кинопроекты между Россией и США были остановлены. И это было очень больно, потому что, по-моему, мы сняли чуть ли не 80% фильма. И мы пытались получить права, чтобы доснять в России еще чего-то, но не смогли этого сделать, потому что очень много сцен как раз с Марком Дакаскосом были не сняты вообще, а на тот момент уже никто особо-то не хотел с нами работать. И группу мы пытались как-то, ну, мы письма писали, ну, то есть фильм не удалось спасти. Хотя очень интересный сюжет был, идея была классная. Ну, и сюжет-то, кстати, сейчас бы уже такой нельзя было показывать. В нашей стране-то уж точно. Может быть, и хорошо, что не вышло, а то, так сказать, вопросики бы были ко мне-то уж точно, как я в таком снимался. На тот момент казалось, что это весьма себе социально значимая тема, которую можно затронуть в кино. Вернуться не хочется. Настолько я сейчас поглощен теми работами, которые у меня есть, теми проектами, теми задачами, которые передо мной сейчас стоят. Это и международного уровня проекта. Это очень серьезно, потому что я понимаю, что это лицо нашей страны. Я понимаю, насколько это важно сейчас для нашей страны показывать открытость нашей культуры, демонстрировать ее, передавать истинные настроения, которые есть внутри нашего общества, особенно внутри деятелей культуры, другим странам, чтобы вот тот образ, который из нас лепят определенные медиа-структуры в ясных странах, чтобы его уничтожать и показывать, что все по-другому. Вот эти задачи занимают мои мысли. И есть конкретные проекты, которые реализовывают эти задачи.
Есть, конечно, такие большие объемные задачи, связанные с поддержкой частных театров в Москве. То есть я действительно считаю, что это несправедливо, что много артистов, много творческих людей не имеют возможности служить в государственных театрах. Так выстроена уже вся система, в ней случилась глобальная ошибка. Так сказать, выпускают больше, чем могут трудоустроить. И мы должны, как Москва, как Департамент культуры Москвы, реагировать на это и давать возможность этим креативным единицам реализовываться на благо публики. Но настолько сейчас инфраструктура заточена исключительно на государственные театры, которые далеко не каждый демонстрирует серьезный такой удельный творческий вес. А может быть, даже наоборот, хотелось бы, конечно, сказать, порекомендовать к закрытию, ну, называя вещи своими именами. Хотя кто я такой, чтобы судить, я так просто констатирую факт, исходя из того, что витает в воздухе. Вот этими вопросами я занимаюсь. Потому что действительно ребята выигрывают гранты, они приходят в государственный театр, им говорят, аренда, пожалуйста, пока грант есть, ты заплатил за аренду, а потом что, в утилизацию сдавать? А на это уже потрачены государственные деньги, костюмы, декорации, куча всего. Во-первых, потрачена творческая мысль, есть творческое высказывание, зритель должен иметь право его видеть, тем более, если там были государственные деньги. Пока мы только на первом этапе решения этой проблемы в Москве, и для нас здесь является, как мне кажется, интересным примером Санкт-Петербург, где, например, количество частных театров достаточно внушительное, потому что город ежегодно выделяет деньги на деятельность этих частных театров, на их просто деятельность, чтобы они существовали. Могли платить аренды, могли тратить деньги на логистику грузов, потому что где-то ты хранишь, где-то ты играешь, понятно, не везде есть возможность хранить, ну и много чего другого, зарплату сотрудников. В Москве такой опции не существует. И мне кажется это странным, учитывая объем средств в Москве на культуру затрачиваемых и в том же самом Петербурге. Когда собирается коллектив талантливых людей, у них есть какой-то материал, и они хотят поставить спектакль, сколько стоит поставить спектакль? Тут, знаете, тоже с золотым сечением некоторые проблемы. Для того, чтобы поставить хороший спектакль, деньги не нужны вообще. Потратить можно огромное количество денег. Не так давно в одном из московских театров случилась премьера, которая стоила несколько десятков миллионов рублей. То есть мы понимаем, да, что мы находимся в периоде специальной военной операции, да, и как бы распоряжаться так средствами очень странно, но тем не менее такая премьера случилась, и она была. А есть при этом спектакли, которые в общей сложности стоили 250-300 тысяч рублей, в том числе, которые идут у нас в открытом театральном пространстве «Арт-платформа», на который нельзя достать билет, и они идут, ну, регулярно прокатываются и приносят огромное количество радости и счастья публике. Это декорации, костюмы, это плата за авторский материал, да, который используется. Тут, смотрите, что сюда входит? На самом деле так сказать сложно. Вот, например, у нас есть проект «Театр он стейдж». Мы проводим уже много лет его. Смысл такой, что лучшие частные театры состязаются за право получения гранта от нас, от арт-платформы. И мы им такую возможность даем. Мы туда закладываем 1,5 миллиона рублей, которые получает победитель, и далее он может их потратить только на костюмы и декорации. И в каждом, я думаю, гранте есть плюс-минус такие ограничения, чем они обусловлены. Например, президентский фонд культурных инициатив, с которым мы сейчас все взаимодействуем, это потрясающая возможность для реализации различных проектов от театра до общественно значимых проектов. Они все, конечно, должны быть общественно значимыми, но тем не менее это могут быть и камерные постановки, это может быть и пьеса, и книга, и картина, и выставка, и кино, ну, в общем, все буквально. Там есть, безусловно, составляющая как софинансирование. Что у тебя есть? Давай об этом поговорим. Если ты автор, у тебя есть это, соответственно, мы на это уже не тратим. Или что? Ты хочешь, чтобы мы тебе заплатили еще и сверху, да? Тут везде есть логика. А мы, как арт-платформа, наша логика такая. Если у тебя есть команда, есть театр, есть публика, ну точно есть какие-то средства, есть единомышленники. На что тебе помочь? На костюмы и декорации? Пожалуйста. А если ты хочешь еще и сам заработать, ну попробуй там, поищи другие возможности. Мы не единственная команда для поддержки. В Москве, как выясняется, единственная. Вот. Но в целом в стране точно не единственное.
как распорядится менеджер этими возможностями для поиска финансирования, как он распределит эти средства внутри конкретного проекта, внутри сметы, это его вопрос. Вот как надо, так пусть и распределяет. В каждых источниках есть свои правила, куда ты можешь деньги потратить. Тут надо, как говорится, к этому серьезно и осмысленно подходить. Артисты получают свои гонорары уже от продажи билетов. По-разному. Бывает и в грантах так существует, что, условно говоря, я захожу, например, определенным ресурсом, которым я обладаю. Этот ресурс стоит определенных денег. Я попросился финансирование, например, на вознаграждение актеров. Пожалуйста, я могу платить этим актерам. Если я на это попросил, и фонд мне это подтвердил, то пожалуйста. Что касается, например, нашего гранта, это театр On Stage, что здесь мы даем исключительно на объекты, которые либо производятся, либо обретаются для того, чтобы оформить с художественной точки зрения спектакль. А дальше уже, да, с проданных билетов ты можешь выплачивать те или иные гонорары исполнителям. Тут уж как договоришься. Может, они за бесплатно играют. Пожалуйста, все может быть. Так, кто со мной поблизости? Прошу прощения. Друзья, смотрите, простите, что пользуюсь моментом, когда мы с вами все вместе, но это важный момент. Мера ответственности за вашего персонажа, за подготовку к спектаклю с точки зрения актерского наполнения, она ваша. Я не могу знать судьбу каждого из ваших персонажей вот ровно так, как вы ее обязаны знать. Не могу. Я как режиссер, так сказать, в какой-то момент понимаю про вас гораздо меньше и знаю про вас гораздо меньше. Но уверенность идет исключительно от знания. Сегодня была хорошая репетиция. Я уверен, что сегодня спектакль пройдет, может быть, даже более наполненным, чем вчера. Хотя вчера он был неплох. Очень сильно люблю. Будьте единым организмом. Расскажите мне эту историю. Расскажите ее так, чтобы я мог ее почувствовать. В этот момент я должен перестать видеть вас, актеров. Я должен видеть живых людей. Не забывайте про это, пожалуйста. Раз, два, три, с Богом! Ну, прекрасно. Мы поняли, что вы не заменили. Это чудесно. Я люблю музыку, когда душа поет, когда слова складываются в стихи, когда чувство невозможно уместить только в прозу. А вы были у нас в буфете? А, у нас нет буфета! Заказывай, не стесняйся. Не, мне такие заведения не по карману. Не строй из себя девочку на первом свидании, тебе не идет. Заказывай, я заплачу. Солсбери стейк, покис лососем, 3 шарика мороженого, клубничное, банановое и киви. Мы подошли уже так плотно к проекту «Арт-платформа». То есть это некое пространство в центре Москвы, руководителем которого вы являетесь. И это площадка, которая дает возможность начинающим или опытным командам, актерам, режиссерам реализовать свой проект, представить его, да, на суд публики. Возможно, это будет какой-то первой ступенькой для дальнейшего последующего развития. Как попасть на эту площадку? Где искать информацию? Как часто происходят события? И что на этой площадке вы еще, как режиссер, как актер, реализуете самостоятельно? Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже – это проект, который возник благодаря поддержке Департамента культуры города Москвы. В свое время я пришел к руководителю департамента и вот очень доходчиво, может быть, трясущимся голосом, очень волнительно, но донес мысль о том, что мы сталкиваемся с серьезным вызовом. Действительно, у нас есть огромное количество команд, которые готовы реализовываться на благо москвичей, на благо публики, на благо культуры, которые, может быть, даже отчетливее чувствуют дуновение ветра общественного сознания.
потому что, там сказать, государственные театры, да, они имеют возможность там немножко переждать, ну, премьера не удалась, в следующем году попробуем. Да, частный театр так не может. Частный театр, он живет по принципу: сегодня я продал билеты, заплатил зарплаты. Не продал, то есть публике это не надо, все, закрываем двери, потому что мы не сможем заплатить деньги ни за что. Поэтому я тут верю частным театрам больше. И, собственно, все эти аргументы, в том числе аргумент по поводу грантов, чтобы в буквальном смысле финансирование в глобальном смысле в нашей стране изменилось, то есть раньше было такое, ну, немножечко отступление для экономистов от сферы культуры, да, нацпроект «Культура» разделял все эти средства, они все поступали в государственные организации, музеи, так сказать, парки, ну, и, понятно, театры, куда угодно. Потом появилась вот эта история, связанная с грантами, а это миллиарды рублей. И эти средства могут быть направлены в том числе предпринимателям, индивидуальным предпринимателям, автономным коммерческим организациям, фондам. И это уже значимые игроки на таком культурном рынке. И меня здесь услышали в департаменте, и мы решили создать в тестовом режиме пространство, куда приходит предприниматель, представитель креативных индустрий, который занимается непосредственно театром, потому что это моя вотчина, я за нее переживаю очень. И мы выстраиваем взаимовыгодный партнерский пакет, в рамках которого он прокатывает или создает свой культурный продукт, а мы являемся для него опорой по уставной деятельности. Мы у него не аренду, как театралы, да, там, главное заплати, а дальше играй, что хочешь, чтобы, ну, сказать, и меня не волнует, кому ты это продашь и как ты это сделаешь. У нас другой подход. К нам приходит предприниматель, мы с ним вместе считаем себестоимость, затратную часть и стараемся выпустить крутой спектакль, который бы шел на радость публике. Это всегда взаимная менеджерская трудоемкая работа. Мы это делаем. Конечно, поддержка команды менеджеров, которая работает вместе со мной, в том числе Московского производственного центра, позволила нам все это обрамить за этот тестовый год в серьезное количество документов, положений, приложений, договоров, огромное количество всего. И мы пока еще, да, все равно в процессе. То есть в буквальном смысле это договор о совместном проведении в рамках реализации специально разработанной программы, которая называется «Резидентская программа открытого театрального пространства арт-платформы в Новом Манеже», на основании которой резидент, то бишь частный предприниматель, получает возможность особых условий создания и проката своих культурных продуктов у нас на площадке. Речь идет только о предпринимателях и некоммерческих организациях столичных, или к вам может обратиться из какого-то региона? Мы взаимодействуем с другими регионами, причем достаточно плотно. У нас уже были гастроли, понятно, это немножко особая история, но тоже она была реализована в рамках резидентской программы, потому что, ну, частный театр, когда едет, он, знаете ли, рискует, серьезно рискует. А вдруг спектакль не продастся, а вдруг публика не придет, что ему делать? Платить государственному театру аренду в рамках договора? Ну, конечно, это опасный такой момент. Здесь мы помогаем частным театрам из регионов. Плюс наш первый резидент, который у нас только возник, это театральный проект 27. Это успешнейший театр, вообще частный театр в стране. Это один из самых ярких театров из Санкт-Петербурга. Он там базируется. И мы счастливы, что мы вместе с ними растем. Ряд их премьер, хотя они из Петербурга, у нас уже случились. Право первой брачной ночи было у нас в арт-платформе. И уже эти спектакли получают общетеатральные премии, да, находясь в состязательном процессе уже с государственными театрами. Представляете, какая-то честь, какая-то радость для нас и наших партнеров, конечно, тоже. Сейчас мы планируем гастроли театра из Воронежа, из Екатеринбурга к нам приезжали. Ну, то есть, действительно, мы с регионами взаимодействуем очень плотно. Мы открыты к взаимодействию со всеми частными театрами нашей страны. У вас уже сформировалась своя аудитория, которая следит за вашими премьерами, которые уже такие лояльные зрители, которые наполняют зал постоянно и следят за этим. Здесь не все так просто, скажу я вам, потому что все-таки что такое арт-платформа? Это место, где есть разные театры, а театр ценен своей публикой, своей аудиторией, своим зрителям. И это счастье, на самом деле, что, приходя к нам, вы можете увидеть один спектакль. Если вам нравится смотреть прям разное, да, то, наверное, да, вы наша публика. Но в основном, конечно, у каждого театра сформирована своя публика. У нас у арт-платформы есть три пока своих спектакля.
И она, я думаю, это наша аудитория потихонечку, да, вот формируется сейчас. Ну, потому что, ну сколько мы существуем? В октябре того года мы открыли продажи, первые продажи. Сказать, мы существуем год календарный и там, сказать, какое-то там полтора-два месяца. Но это же, ну, совсем ничего. По меркам там театра Вахтангова столетие, да, отмечали не так давно. Мы вообще просто не существуем, мы даже не младенцы, мы еще не родились. Мы только собираем свою публику, ищем себя. Но моя позиция, что все-таки, да, многие творческие люди к нам приходят и говорят, вот, такой замыслили потрясающий спектакль, вы нам, так сказать, билеты продадите, так сказать, поможете, а мы тут его создадим. Нет, это не наша история. Это, пожалуйста, идите в государственный театр, и там вам помогут и билеты продать, и еще скажут, что ставить, надо как ставить, и кто должен играть в главной роли. Это туда, пожалуйста. Мы все-таки история... визуально, по образу, чтобы людям понятно было, похоже на кинотеатр. То есть, вот, пожалуйста, вот наша афиша. Вот, пожалуйста, такой спектакль, такой спектакль, такой театр, такой театр. Но продадутся ли туда билеты, придет ли туда публика, это не наша мера ответственности, а мера ответственности театра. А мы стараемся поддерживать все-таки ведущие театральные проекты в нашей стране. А у них, как правило, с публикой все в порядке. У нас вот на днях состоялась перевыпуск, ну, по сути, премьера спектакля Квитковского, «Сван», это мастерская Брусникина, ну, без преувеличения, ярчайший частный театр нашей страны. Мы гордимся этой премьерой, и мы достаточно долго выстраивали с коллегами взаимодействие для того, чтобы и им была интересна наша площадка, и выгодно, конечно же, для проката. И, ну, в чем наш интерес-то понятно, у нас теперь такой бриллиант в короне. Сколько зрительных мест на вашей площадке? 167 мест у нас в арт-платформе при стандартной рассадке зрительного зала. Это, конечно, не очень много. Хотим ли мы еще? Хотим. Говорим ли мы об этом? Говорим. Ждем ли мы изменений? Ждем. Все, что в наших силах, делаем. Конечно, не всем предпринимателям подходит такая необъемная коммерческая вместимость. Но, с другой стороны, многим, как вы правильно отметили, начинающим театральным организациям этого вполне себе достаточно для того, чтобы не сильно рисковать. Сейчас вот уже наши партнеры, например, частный театр, который родился прямо у нас сначала, театр сначала, они так называются, это такие отщепенцы, вот театр на Таганке, которые после объединения ушли из театра, мы их приняли, в общем, прошел буквально сезон, да, как они с нами, у них уже четвертое название, конечно же, сейчас у них уже и декорации, и костюмы, но начало было очень такое... скромные, скажем так, с точки зрения визуальных средств. Но они выросли за этот сезон. У них появились средства, у них появилась публика. Они, так сказать, претендуют уже на такую хорошую, на хорошее творческое высказывание и масштабное влияние на аудиторию. Раньше это было больше похоже на лабораторию, ну, скажу я честно. А сейчас это уже все, полноценный театр. Это меньше сезона прошло. Выросли на наших глазах. Гордимся мы ими? Конечно, гордимся. Радуемся, конечно, радуемся. Кто-то из них уже нас перерос и идет на другие площадки больше коммерческой вместимости. И слава Богу. И пусть растут. Если из 167 мест в вашем зрительном зале 160 окажутся пустыми, вы как театральный режиссер будете играть или как театральный менеджер не допустите такого факта? Какой хороший вопрос вы задали. Если на мои спектакли не будут продаваться билеты, я перестану ставить и закрою себя как театрального режиссера. Не существует в нашей профессии непризнанных мастеров. Смысл театра в незримой связи между автором, исполнителями, стоящими на сцене, которые являются средствами автора, и публикой. И если эта связь не устанавливается, если эта связь никому не нужна, значит, это не твоя профессия. Этот театр тогда не про тебя вообще-то. Тогда лучше поищи себя в чем-нибудь другом. Это такая серьезная дилемма. У меня же был опыт, когда один из тех спектаклей, который я выпустил, не пользовался зрительским спросом совсем. И я через 3 показа снял его с проката. Я подумал, Дим, ну ты ошибся, ты не угадал, что-то ты сделал не так.
Я, кстати сказать, до сих пор не понимаю, что я сделал не так. Может быть, там была, не буду сейчас называть, если честно. Ну, сказать, это болит еще? Не то чтобы болит. Возможно, что я восстановлю этот спектакль, поэтому посмотрим. Может быть, это была незрелость еще и продюсерская на самом-то деле, что я не смог правильной публике донести информацию об этом спектакле, и она не отрефлексировала на него. Такое же тоже может быть. Но если мы уж поймем, что правильная публика была, смотрела, не приняла и ушла, а может быть, встала и ушла во время действия, то тут, конечно, пиши пропало, надо уходить. Ну, что уж там. Ну, либо учиться, развиваться. И... Ну, это никакой продюсер не спасет плохой спектакль. А вот хороший спектакль не нуждается в серьезном продюсировании. Хороший спектакль сам себя продает. А плохой спектакль тащи, как невод из темного моря. Ну, ничего ты не вытащишь. И никакая золотая рыбка тут не поможет. А в чем все-таки успех спектакля? В узнаваемых именах на афише, в уникальной постановке, которой не было до этого, или в актуальности, может быть, то, что зрителю откликается? Успешный спектакль — это совокупность нескольких факторов. Это прежде всего, конечно, должна быть дельная постановка. Не обязательно, чтобы в ней были задействованы узнаваемые артисты. Есть масса примеров, когда с точки зрения массовой аудитории незнаменитые исполнители, ну, так сказать, узкопрофильная популярность не считается. Да? Там, в театральном мире мы знаем его как исполнителя Гамлета в таком-то году, как непревзойденный. Но это не позволит ему, зайдя в магазин, чтобы ему предложили, например, скидку или захотели с ним сфотографироваться, с этим исполнителем. То есть мы это не берем. Но мы знаем такие примеры, что невозможно достать билеты в театр на этот спектакль, хотя там не задействованы великие. Что должно быть здесь? Прежде всего, это доверие, это сейчас так, потом это может трансформироваться. Доверие к бренду, неважно какому. Бренд театра, пожалуйста. Театр «Практика» не так давно еще, какое-то количество лет назад. Неважно было, что выпустили, кто выпустил, по какой пьесе это выпущено. Билетов нет. Почему? Потому что бренд «Театр «Практика». Например, мы знаем примеры, когда... Театр Вахтангова, пожалуйста, когда большие артисты, звезды, чего-то, но до определенного этапа, да, давайте немножко посмотрим в прошлое. Залы-то были, мягко говоря, не полные, несмотря на то, что на сцене блистали лучшие артисты страны. А названия какие были? Ну, все равно нет. То есть должен быть бренд, которому верят здесь и сейчас. Это может быть имя режиссера. Да, мы понимаем, премьера – Туминос. Ну, все, билетов нет. Ну, потому что это мастер. Потому что я точно пойду на это посмотреть. Премьера в театре, у которого есть там доверие публики. Не буду сейчас называть, чтобы никого не обидеть, не дай бог, да, там, сказать, все же посмотрят, увидят, потом, сказать, вот назвал меня, не назвал, понятно все с тобой. Ну, давайте так, чтобы драма на меня не обиделась. Премьера в «Геликон опера». Мы же понимаем, что билеты сразу разлетятся, потому что это просто «Геликон», доверие к бренду. И там, в принципе, тоже сильно-то безразлично, кто поставил, кто постановщик, потому что есть доверие к театру. Сыграет ли история, когда нет ни театра, ни режиссера, но при этом есть ведущий артист, и это черт пойми где, непонятно как. Мне кажется, билеты не продадутся. Не получится ничего. Почему-то мне так кажется. То есть если есть доверие к бренду, если все-таки и менеджер отработал как следует, и, конечно, творческий продукт сам по себе ценен, все получится, все срастется. А если где-то что-то, вот кто-то не доработал, нужно еще понять, где же твоя публика сидит. Что может быть страшнее, когда молодежный спектакль, а туда загоняют представителей социально незащищенных групп. Ну, это убить спектакль просто. Убить спектакль. И бывают такие менеджеры, которые так убивают спектакли. Когда сарафанное радио, да, работает наоборот. Когда не тем людям показали постановку. Может, она и хорошая была. Современный успех – это, конечно, совокупность факторов. И менеджерский фактор здесь имеет большое значение. Доверие бренду, ну и хороший спектакль. Вот три фактора.
На какой площадке можно увидеть Дмитрия Бекбаева как актера? Я ушел со сцены, я уж не помню, мне, по-моему, последний спектакль свой я сыграл, когда вот у меня был юбилей, 30 лет, я сыграл Дориана Грея в последний раз, поклонился мастеру, которому был, чувствовал себя обязанным, потому что все-таки, да, он помог мне учиться в ГИТИСе. Если бы не он, я бы не учился в ГИТИСе, и было бы, может быть, совсем по-другому моя судьба бы сложилась. Не факт, что это я Сергей бы... Это Сергей Проханов? Да. Вот. И покинул сцену. И пока что-то как-то не возвращаюсь. Вы отложили в сторону микрофон, в который вы пели, да. Закрыли свои кулисы на театральной сцене, а как же «Никогда не говори никогда»? Я тут вот, знаете... Недавно подумал, есть такой интересный персонаж Базаров. Как бы мне было интересно сейчас погрузиться в его характер. Я не хочу блистать на сцене, но у меня созрела мысль, мне было бы интересно погрузиться в его характер. Потому что когда я читал «Отцы и дети» тогда, у меня были определенные мысли, я себя ассоциировал совершенно с другим героем. И вот буквально на днях я подумал, слушай, Дим, представляешь, как ты изменился, что ты себя сейчас ассоциируешь совершенно с другим характером в этом произведении. Просто буквально противоположным человеком. Они же антагонисты с главным героем, да? Хотя он и является главным героем. И вот эти мысли пока внутри меня живут. Может быть, сейчас какой-нибудь режиссер посмотрит интервью, подумает, опа, как хорошо, у него и площадка есть, и грант он получит, надо бы ему быстренько отсоединить, предложить. Может так случиться. Но пойду ли я сейчас огульно куда-то зовут, конечно, периодически, где-то что-то поиграть, но это какие-то совсем некрепкие режиссерские имена. Если уж и пойду как артист, то пойду учиться у мастера. И я уж точно себя отдам только в те руки, которым я буду сильно доверять. Сильно-сильно. Потому что в какой-то момент ты слепой профессионал, который не видит ничего. Только режиссер тебя видит и ведет. И ты должен ему просто подчиняться. И только тогда получится. Представляете, какой должен быть авторитет этого человека передо мной? Где же такого найдешь? Может, это и молодой, кто-то убедительный будет. Такое тоже может быть. Да мне грим жалко. Ну, я бы с радостью как схватился бы. Что вы говорите ребятам, что необходимо для того, чтобы стать, в принципе, артистом, поступить, да, в театральный вуз, и для того, чтобы стать настоящим большим артистом, чтобы это было делом твоей жизни, если желание есть, но пока нет каких-то навыков, потому что сегодня театральные вузы от своих абитуриентов требуют все, не только читать стихи, прозу, петь, танцевать, в общем, быть максимально развитым творчески. Чему вы их учите, что самое главное? Ну, я сейчас уже работаю только с профессионально отобранными детьми, которые прошли целый ряд конкурсных процедур. По сути, да, это лауреаты или победители масштабнейших проектов, и я уж, так сказать, тогда они дорываются до меня, и мы уже с ними создаем те или иные культурные продукты и те или иные форматы. То есть это все-таки отобранные, супер яркие, максимально талантливые и способные дети. Ну, какой бы я совет дал вообще в целом начинающим артистам? Самое важное в голове, чтобы у всех было ясное понимание того, что эра, когда тебе нужен был посредник для того, чтобы состояться в карьере в виде продюсера, кого угодно, она закончилась. Ты теперь сам несешь ответственность за то, каким тебя увидит публика, и у тебя... Тебе не нужен посредник, чтобы у тебя эта публика была. Все это связано с развитием современных технологий. Ты уже сам в состоянии и должен нести за это персональную ответственность, создавать контент, публиковать контент и работать с аудиторией. И, конечно, в будущем окажутся только те артисты, которые сейчас этим пользуются и умело распоряжаются этими возможностями. Все те, кто ждут, что появится волшебник в голубом вертолете и, значит, не обязательно поможет, они все обречены на разочарование. Потому что таких посредников, как было раньше, например, в период моей медийной работы, их больше нет. Продюсер уже мало что решает.
мы уже достигли такого состояния медиа вообще в глобальном смысле, с точки зрения аудитории и информационного влияния на аудиторию, когда, я имею в виду в нашей стране, конечно, нас мировой опыт в меньшей степени интересует, в нашей стране, когда, показывая человека каждый день по Первому каналу, вы все равно не сделаете его знаменитым для всех. Просто не сделаете, потому что этот источник информации уже не работает на всех. Он работает, ну, вы, главное, в Первом канале никому не рассказываете, они считают по-другому, они уверены, что они все еще в состоянии создавать что-то там, сказать, невероятное. Ну, сказать, бог им судья, но предположим, что это не так. Поэтому, ребята, помните о том, что самое дорогое, что есть у артиста, это публика, вы должны ее заинтересовывать, вы не должны быть ее рабами, вы должны быть ей интересны, и в будущем вы окажетесь только в том случае, если вы эту публику способны заинтересовывать, удерживать и работать с ней. И это, конечно, менеджерская ответственность, которая сейчас легла на всех артистов. Артист должен быть сейчас умным, как никогда. Интеллект. Сейчас у него должен быть максимально развит интеллект, потому что это позволит стратегически мыслить. У нас вообще сейчас вообще на самом глобальная проблема со стратегическим мышлением, но это связано, опять же, с развитием современных технологий. Но все-таки, да, туда вперед надо идти, только думая на много шагов вперед. Говоря о том, что нужно думать на много шагов вперед, очень важный момент — это репутация. Угу. Мне кажется, вы как раз тот человек, который очень дорожит репутацией. Вы не с каждым СМИ будете взаимодействовать, не разбрасываетесь интервью. Выбираете в том числе партнеров, с которыми вы будете работать. И мне кажется, это очень важно, в том числе и для начинающих артистов. Сейчас много шуток ходит о том, что, слава богу, что в наши годы не было интернета, и никто не видел, как мы проводили юность. Да? Сейчас все, любое происшествие достается смартфон, это фиксируется камерой, и, потеряв единожды репутацию, ее вряд ли когда-либо восстановишь. Насколько, на ваш взгляд, репутация в 100% успеха актера, какая доля репутации? Безусловно, мир изменился. Но он же меняется настолько объемно, что и количество информации меняется. И если раньше та ситуация, которая могла повергнуть действительно всю страну в шок, какой ужас, что произошло, сотрясаются все информационные агентства, все каналы, все газеты, все. Сейчас, ну, давайте, положа руку на сердце, такое себе предположить уже сложно. А уж если оно сотряслось разок по какому-то действительно такому масштабному поводу, то на следующей неделе найдется другой повод, который снесет это все. Мы не должны лишать самих себя, как людей, права на ошибки. Ошибки и заблуждения — это неотъемлемая часть взросления любого человека, взросления любой здоровой личности. Если я не совершил ошибку, не осознал то, что так делать нельзя, ну как я буду нести эту информацию дальше, как я это приму, как я это осознаю, как я внутри себя все так трансформирую, чтобы ее не повторить? Людей нельзя лишать права на ошибки. И это как раз вот современный вызов нашего общества. Это как раз вот это внимание к тому, а что скажут. Ну кто скажет? Кто эти люди там в комментариях? Ну кто эти люди, которые дают оценку? Проблема в том, что нет экспертного мнения. Оно полностью нивелировано. Так в Википедии написано. А кто пишет-то? Где эти авторы? Покажите мне их научные степени, которые пишут ересь в Википедии. Про меня написано ни слова правды. Но все же это читают и думают, это правда, но это же ерунда. Вот над чем имеет смысл думать. То, что человек оступился, так его надо простить. В конце концов, мы живем в православном обществе, в мире, где православная религия, которая сосредоточена на прощении, на том, чтобы дать человеку шанс принять свою ошибку, осознать и двигаться дальше с изменившимся отношением к реальности. Вот, собственно, в этом православном мире мы живем, и нужно сохранять это мироощущение, мировосприятие. Но проблема-то в экспертах. Ну, попробуй объясни современному человеку, что для того, чтобы точно знать, надо проверить. Ну, куда мне покрутят у виска и скажут, да интернет знает все. А где эти люди? Где, кто это сказал? Кто автор этой статьи? Экспертного мнения не существует.
Вот над этим имеет смысл думать. Конечно, я стараюсь взаимодействовать только с теми, кто в состоянии оценить объем, с кем было бы интересно. Я не даю интервью не потому, что я хочу что-то скрыть, а потому что просто разговор должен быть интересным. Потому что собеседнику должно быть много что интересно. Вот поэтому. Ну а сидеть, перетирать кости своим бывшим коллегам, ну это же глупости какие-то. Причем даже деньги же предлагают за это. Совсем ни стыда, ни совести. Да, зовут, предлагают деньги, чтобы я пришел и что-то там про кого-то рассказывал. Ну глупые люди. Или про себя тем более, кому это интересно. Я хочу состояться как художник. Для этого нужно, чтобы не про меня говорили, а про те предметы творчества, которые я создаю в конце концов. Мы недавно с коллегами буквально обсуждали этот вопрос, что, к сожалению, сегодня некоторые актеры получают гонорары за телевизионные эфиры, где они рассказывают о своих коллегах, о себе, о каких-то особенностях своей физиологии и так далее, гораздо больше, чем в качестве актеров, и реализуются, и в медиапространстве появляются по поводу неактерскому чаще. Это очень печально, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы актеры были актерами, а шоумены были шоуменами, а журналисты — журналистами. Вы говорили о том, что абсолютно справедливо, что наша страна такая разнообразная, многонациональная, многоконфессионная. У вас татарские корни. Никогда ли вы не хотели, нет ли у вас в планах обратиться к вот этой теме какой-то, ну если не фольклорной, да, а вот такой национальной, глубокой? Сейчас это очень модно, и обращают внимание уже не в контексте того, как было в Советском Союзе дружба народов, мы все в одной стране, а все-таки углубляясь в традиции, в какие-то интересные факты о других национальностях, о других традициях. Не хотели ли вы что-то проэкспериментировать в этом направлении? Тут, я думаю, есть везде свои специалисты, которые действительно, для которых базис знаний, базис чувств позволит действительно говорить от лица того или иного культурного кода, так или иначе, да? Потому что все-таки режиссерская работа подразумевает серьезное количество знаний, и они уже тогда прорываются в виде каких-то новых уникальных образов, которые ты как автор создал. У меня сейчас все-таки запрос на поиск нового героя в глобальном смысле. Нового героя. Кто этот современный человек? О чем он беспокоится? Потому что все-таки, приходя в театр, люди хотят увидеть отражение реальной жизни. Причем не искривленное отражение, не кривое зеркало, а абсолютно реальное. И вот есть примеры, когда, например, Рязанов, да, он в своих фильмах, ну, потрясающе отражал современного человека. Но это же просто, мы смотрели и до сих пор смотрим, и это тот мир, который был тогда. И я вот занят этими процессами. Кто-то, я уверен, совершенно невероятно и виртуозно, и мы знаем эти примеры, погружается в какие-то исторические контексты, в какие-то события, которые были какое-то время назад. Я нацелен на поиск современного человека, конфликта современного, конфликта с внешним миром, который бы позволил зрителю сопереживать. Я не сторонник такого театра представления, хотя сам родом из театра представления в чистом виде. Да? Сергей Проханов, это, так сказать, преемник Виктюка, то есть все показываем, чувства передаем формой. А у меня вот почему-то созрело совершенно другое видение театра как такового. Для меня театр — это когда я в какой-то момент забываю, что передо мной артисты, они что-то играют. Когда я действительно сижу в улыбке, потому что, боже мой, это я. Вот на крайней моей премьере несколько раз был смех в неожиданных местах. И артисты ко мне подходят, говорят, что-то не так, что мы сделали не так? Я говорю, вы просто были настолько точны, что у людей сработал смех, как это правда, так и есть. Я сам не ожидал, что в этих местах будет смех. Когда это очень точно и похоже на реальную жизнь, конечно, у людей сразу «ха-ха, я узнал себя», как защитная реакция. Вот, собственно, к этому я иду, это я ищу и признаю мастерство и талант тех, кто идет, ну, совершенно по-другому и преследует другие цели и задачи в искусстве. Каждый герой нашей программы рассказывает о книгах, которые произвели на него впечатление. У нас сегодня на столе книга, которая, может быть, не для каждого. Ой, это абсолютно точно не для каждого. Но если уж по большому счету говорить, что произвело впечатление,
и что действительно сейчас занимает все мои мысли. Художественная литература у нее свое место. Но сейчас, так как у меня не было мастера, наставника, я только мечтаю учиться под руководством какого-то наставника, возможность быть сопричастными к творческому процессу великих мастеров, она меня и воспитывает. То есть мой спектакль «Крайняя премьера», она буквально пошагово вдохновлена тем, а это самое важное в моей жизни, тем, что изложено в этой книге «Война и мир» Римаса Туминоса. Здесь он описывает рождение спектакля, который многие называют лучшим драматическим спектаклем десятилетия. Это спектакль «Война и мир» в театре Вахтангова с выдающимися актерскими работами. И здесь есть не его рассуждение, в том смысле, что он писал эту книгу, это то, как он работал с артистами, что он им говорил, то, как он им объяснял. И это просто зафиксировали сначала в виде стенограммы, затем осмыслили и издали такую книгу. И ведь на самом-то деле там сокрыто такое количество режиссерских потрясающих подсказок, как объяснить, в чем истинные приоритеты при создании спектакля для такого большого художника, за которым идут, опять же, лучшие актерские имена нашей страны. Все есть в этой книге. И знаете, бывают моменты, когда ты действительно отчаиваешься, ты не понимаешь, что не так, что-то не получается, что-то не склеивается, спектакль не собирается, сцена не идет, все как-то не так. А потом ты начинаешь прокручивать в голове, вот почему книга так важна, какие-то его слова, которые он говорил при создании этого спектакля, и ты думаешь, Господи, все получится. Например, у него фраза в этой книге есть: «Хорошо, что мы знаем, что у нас не получается». Значит, получится. Страшнее, когда не знаешь. Но ведь на самом-то деле это так. И там такого очень-очень много. И, конечно, мне очень жаль, что нет сейчас возможности, конечно, учиться у этого мастера. Потому что его спектакли мне бесконечно нравятся. Эстетика, которую он привносил в наш театральный мир. Книга потрясающая. Буквально выписаны цитаты его у меня в дневнике, чтобы все время они были перед глазами. Потому что эти ужасные люди-артисты все время требуют, чтобы в них закачивали одну и ту же информацию. Они все время как бабочки перерождаются и все забывают напрочь. Поэтому вот и я переписываю за мастером, для того, чтобы каждый раз артистам напоминать, как быть убедительными, быть правдивыми. Это все есть в этой книге. Потрясающая книга. И, конечно, спасибо театру Вахтангова, что они создают такие проекты, позволяют в поколениях потом приобщаться к мыслителям, театральным деятелям такого масштаба, как Римас Владимирович Туминос. Мы с вами немножко попутешествовали по времени, да, прошедших десяток или пару десятков лет в вашей жизни. Как изменилась жизнь вашей семьи? Тут, понимаете, тоже вопросы, конечно же, есть к той информации, которая осталась обо мне на просторах как раз интернета. Был создан некий образ определенного мальчика-героя, который приезжает в Москву, тут, значит, у него никого, кроме брата, нет. Он, значит, там, сказать, преодолевает те или иные испытания, и в итоге, конечно же, по принципу американской модели обязательно, значит, за труды воздается, что-то получается. Но это был образ, созданный большими, умными, классными продюсерами, который сработал на тот момент. Конечно же, я никогда не переезжал в Москву к брату. Я переехал вместе со своей семьей. Нам было очень сложно. Мы прошли огромное количество испытаний вместе. И я считаю, что вот об этом имеет смысл рассказывать. Потому что все-таки вот этот вот западный образ, модель, когда ты сам, находясь в тропиках, имея в руках только спичечный коробок, построил супермаркет, и ты такой герой, это все-таки не про нас. А у меня жизнь, она была действительно наша, простая. Мы решили
в связи с определенными обстоятельствами буквально бежать из города, в котором жили. Нужно было срочно переезжать. Мы переехали, здесь было сложно. Были дни, когда нечем было питаться. Повторюсь, у меня не было возможности платить за свое высшее образование. Не было. И спасибо большое мастеру за то, что спонсоры театра платили не за костюмы и декорации, а в том числе за мое образование и еще нескольких талантливых ребят, которые учились вместе со мной. Но это же не потому, что, сказать, да, а потому что вот так, как оно есть. Несмотря на то, что в том городе, в котором мы жили, это был очень высокий уровень жизни. Мы имели возможность бывать за границей, много чего. А в Москве мама работала продавщицей. Папа пошел работать официантом, несмотря на то, что он был там, сказать, серьезным человеком в городе. Ну, потому что на другую работу не брали, кому они были нужны в своем возрасте уже тогда в Москве с такой чумовой конкуренцией. А есть-то хотелось. Вот через что мы прошли. Это реальная история. Это не придуманная, это не фальшивка, которую распространяли для того, чтобы сделать героя популярного из телевизора. Чем сейчас все-таки занимается ваш брат? Брат является предпринимателем. Он работает в бизнесе и осуществляет такие серьезные проекты. Я радуюсь каждой из его побед. Тоже не все так просто в этом деле, в бизнесе. У нас предпринимателям в стране и в культуре не очень просто, и вообще в бизнесе есть свои нюансы. Но он эти моменты преодолевает. У него тоже хорошая команда, с которой он работает. Но самое важное, у него не так давно он женился, у него теперь ячейка общества, поэтому он занят собой построением, значит, любви и романтики. Поэтому вот в основном этим... В это погружен он и духовно, и временно. Кто готовит вам завтраки? Завтрак мне готовит мама. Ну, я говорю вам честно, как оно есть на самом деле. После ухода отца из жизни я понял, что маму одну оставлять нельзя. И у нас на участке два дома. В одном живет мама, в другом живу я. То есть нельзя сказать, что мы живем вместе. То есть я не тот мальчик, который живет с мамой. Но учитывая обстоятельства, я считаю, что ничего там такого плохого нет. Но вот, тем не менее, ей очень важно тратить энергию на меня. Я, конечно, могу себе позволить и сам завтрак приготовить, еще чего-то. Но а как ей, о ком ей заботиться? Поэтому вот в такой мелочи, как завтрак, она мне помогает. Мама сегодня ваша главная точка опоры? У меня непростые отношения с близкими. У меня самая большая точка опоры – это отец, которого больше нет в живых. И пока еще я ни в ком не нашел аналогичную точку опоры. Иногда у меня складывается ощущение, что я один, но про это я говорю своими произведениями. И вот эту тему преодоления этого одиночества, ее можно у меня найти буквально в каждом спектакле, в каждом произведении, которое я создаю. А пока так. Может быть, я такой. А может быть, так сложились обстоятельства. Может быть, что-то поменяется. Но пока так. Сколько лет уже папы нет? 4 года, наверное. Вы, когда как-то поступаете или принимаете какие-то решения, думаете о том, что папа сказал по этому поводу? Мне все время очень не хватает его в период радости. Секунду. Ну все. Сейчас. Нет, не могу. Сейчас. Я никогда не забуду один случай, о котором я еще никогда не рассказывал. Мне вручил грамоту мэр Москвы, потому что я действительно совершил такое серьезное чудо. Мне нужно было поднять культуру влюблено, но я так... с шуткой об этом говорю, но действительно было доверено учреждение культуры только-только после ремонта в очень непростом районе, сложно досягаемом вообще из центра. Я не знаю, как нам доезжали люди из центра, просто честь им и хвала.
То есть Люблино — это очень далеко от центра Москвы. И, в общем, там мэр Москвы Сергей Собянин вручил мне благодарность за реализацию проекта на высочайшем уровне, за что я ему бесконечно благодарен, потому что поддержка руководителя — это очень-очень важно, что мы команда правительства Москвы, мы работаем, мы заряжены, и когда это отмечает непосредственно наш начальник, градоначальник, это очень круто. Я помню, что я сел в зал, у меня был уже этот диплом, грамота, и у меня первая мысль — надо сфотографировать, отправить отцу, а отца уже какое-то количество времени не было в живых. Вот этот вот момент, что только отец может, должен услышать первым, разделить, вот оно у меня есть по сей день. Да. После каждой премьеры как будто бы не хватает его. Он же в телефоне остался? Да. Конечно. Вы говорили о том, что очень много мифов и придуманных историй. Их было, наверное, и насчет вашего папы очень много. Нет, на самом-то деле, да, тут мы просто, когда произошла эта трагедия, мы не хотели выставлять это на всеобщее обозрение. Потому что все-таки, да, ситуация крайне непростая, крайне противоречивая. И хорошо, что сейчас происходящим тогда событиям дана уже судебная оценка, есть приговор суда. Те, кто признаны виновными, находятся в местах заключения, и поэтому я могу уже гораздо спокойнее говорить о том, что случилось. Действительно, у отца был достаточно успешный бизнес. Несмотря на то, что мы начинали, ну, у нас это у всех, наверное, у всей нашей семьи, стартовые позиции. Вы как птиц Феникс. Несколько раз по жизни у нас такое было, когда мы буквально все теряли, но каждый раз восстанавливались. И, кстати, мама из продавщицы стала директором этого магазина, папа из официанта стал директором этого ресторана. Ну, то есть мы умеем расти. И он вырос до серьезного такого бизнесмена с серьезными финансовыми оборотами. И, несмотря на это, он сохранил некую романтическую такую натуру, творческую. Я в этом смысле, собственно, копия он. Он же у меня учился в театральном институте, потом решил стать предпринимателем, да, вот почувствовал веяние времени и понял, что все-таки на заре 90-х лучше, сказать, не идти в культуру, особенно живя в регионе нашей страны. Почувствовал, как мне кажется, он правильно. Но прививал всю культуру, всю любовь к театру в ней именно он. Пользуясь терминологией, которая максимально емко объяснит, что произошло, на него наехали, его запугали, было оказано невероятное давление, он был напуган, в связи с этим принял решение уйти из жизни, но в итоге, да, случился суд, мы во всех обстоятельствах дел разобрались, и виновные были наказаны. Собственно, вот такая трагедия. Случилось это 31 декабря, поэтому, понятно, приближающийся Новый год всегда во мне вызывает определенное эмоциональное состояние, но даже с этим мне уже гораздо проще справляться, чем это было, например, какое-то количество времени назад, потому что все-таки, да, это боль, которая никогда не пройдет, потеря близкого, любимого человека, никогда, но ее восприятие меняется. Она никогда не пройдет, она будет болеть так же сильно, как и в первый момент, в первый миг. Но ее восприятие, конечно, с ходом времени меняется. Оно у меня определенное. Не хватает ли этого человека в моей жизни? Очень. Но вызывает ли это во мне трагические ощущения здесь и сейчас в меньшей степени? Когда кого-то теряешь в жизни, немножко иначе в принципе на жизнь смотришь. После того, что вы уже живете на этом свете 35 лет, ну, и у вас есть свой жизненный опыт, потому что человек, который не лежит на диване или не сидит на шее у родителей, то он однозначно получает свой жизненный опыт на своих ошибках, на своих победах. Что о жизни вы узнали после всех этих событий? Что, о чем она, эта жизнь? Когда от тебя уходит человек, который в большом смысле был действительно опорой, когда ты это теряешь, ты должен быстро повзрослеть. Ты должен принять на себя ответственность за все те моменты жизни, которые раньше были вне меры твоей ответственности. А отец в нашей семье отвечал много за что.
Много бытовых вопросов были на нем, финансовых вопросов были на нем. И, конечно, здесь, когда мы с братом остались на фоне всех этих вызовов, ну, мы не берем самые простые, да, там, сказать, нужно человека проводить, все это, сказать, потом это уголовное дело, его развитие, прочее. Это тоже серьезный вызов, испытание, закаляет характер, выстоять в этот момент, пройти через все этапы судебного процесса, когда ты видишь этих людей. Это такое серьезное взросление личности идет. Ну и, конечно, это принять на себя ответственность за себя, как уже за человека, который является единственно взрослым. Ты больше не маленький ни в каком вопросе. Теперь у тебя есть только мама, ты несешь за нее ответственность, твой коллектив, за который ты несешь ответственность, все. Я помню, такой момент был, я достаточно долго жил с ощущением, что, ну, случись чего финансово, всегда можно где-то попросить, известно где у папы. Ну, сказать, папа совершит чудо, где-то что-нибудь найдет. И вот тот первый миг, когда, ой, все, а ты больше ни у кого попросить-то не можешь, только в долг у кого-нибудь брать. А вот так попросить денег не можешь. Что это, взросление? С домом закончить ремонт, который он строил дом. И вот была такая идея фикс у всей нашей семьи, несмотря на его уход, закончить стройку дома, вот как папа хотел, ни в чем себе не отказывая. Сейчас я думаю, господи, какая глупость. Ну, вот уже, ну, это было его видение, можно было сделать по-другому, где-то чуть дешевле, где-то просто по-другому. Но нет, у нас была идея фикс сделать именно как он хотел. То есть уровень жизни моей мамы с уходом отца не изменился. И я этим горжусь. Это достижение мое и моего брата. Несмотря на то, что нам финансово было сложно потянуть такой уровень жизни, учитывая, что у него еще и своя семья теперь уже, но все-таки мы не упали после ухода кормильца, в большом смысле, кормильца нашей семьи. Здесь и сейчас вы счастливый человек? Смотря что мы определяем счастье. Понимаете, счастье — это как слово «дом». Вот я говорю слово «дом», три буквы. О чем вы подумали? О своем доме. О своем доме. А кто-то подумал про кирпичи, просто про кирпичи. А кто-то подумал про маму, которая несет пирожки. Много о чем. Это всего лишь три буквы. Представляете, слово «счастье». Вот это вот прекрасное, эфемерное понятие. Знаю ли я, зачем я просыпаюсь и ради чего я еду на работу, я знаю. Знаю ли я, чего я хочу достигнуть в личной жизни, я тоже знаю. Бывает ли мне сложно, трудно, грустно? Конечно, бывает. Что определим как счастье? Мне кажется, счастье — это когда я знаю, ради чего. И в этом смысле я счастлив. Чего-то мне хочется? Хочется. Обладаю ли я этим? Нет, не обладаю. А когда буду обладать, буду хотеть чего-то другого. Поэтому, видимо, счастья в этом смысле я не достигну никогда. Поэтому для меня вот такое простое счастье, как знаю ли я, чего я хочу и ради чего я живу, вот это осознание у меня есть. Поэтому в этой мере я счастлив.